мир изменится или забудет это, как все остальное забыл. Даже я... Вторую мировую войну, такие катастрофы, жертвы забыл. Нет, это все, что происходит на материальном уровне, забывается в течение максимум столетия. Максимум. То есть и это забудется, и вирус забудется, вы считаете? Если мы ему позволим, он забудется. То есть нельзя позволить, да? Нет, мы должны понять, что вообще это не вирус. Это добро, высшее добро, милосердие, которое показывает нам, в какой ужасный мир создали мы. И как мы в нем, в принципе, страдаем и настолько отупели, что мы просто... Рабы, существуем, утром я бегу к своей машине, завожу ее, 2 часа там добираюсь до работы в этих пробках, работаю, чтобы заправить эту машину и приехать домой. Дома, когда я уже прихожу, это вечером, успеваю посмотреть там какую-то телевизионную программу идиотскую, и завтра снова то же самое, и жена моя, а где дети мои, вообще неизвестно где и что, в каких-то кружках, за которые мы платим для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы платить за эти кружки и так далее. Это вообще ужас, ужас, что происходит, все эти ипотеки. То есть такой замкнутый круг, такая белка в колесе. Такая. Специально, время, специально мы такой мир для себя создали. Вот давайте мы его все-таки подумаем, как нам его изменить. Вирус нам в этом поможет. Да поможет нам в этом вирус.